Сегодня заканчивается, можно сказать, последние дни уходящего года. И вот в этом здании, историческом здании, где был Ленин, он приезжал к своей сестре Анне Ильиничне, которая была замужем за Марком Тимофеевичем Елизаровым, который был наркомом путей сообщения. У этого дома принимали в пионеры Владимира Владимировича Путина. И вот в этом доме сегодня приняли новых членов общественного объединения Рабочей партии России. Поэтому ряды этого движения расширяются, и вот здание несет, как и несло, историко-культурное наследие, и пишем историю сегодня.